Дорогие друзья, я приглашаю вас на Crusade, на это особенное собрание, которое будет проходить впервые в Берлине 14 января. Я знаю, что на этом Crusade Бог коснется множества людей. И люди, которые больны, они будут получать исцеление. Люди, которые сегодня связаны демонами, они будут освобождены. Проклятия будут рушиться. Потому что Дух Святой, Он сегодня творит чудеса. И Он что-то приготовил, что-то особенное в этот день для вас. Поэтому я приглашаю каждого из вас. Если вы живете в Европе, вам обязательно нужно быть на этом Crusade. Если вы живете в Америке, в Канаде, прилетайте. Потому что то, что будет там, это нужно для вашей жизни. И я знаю, что вы вернетесь домой удовлетворенные, счастливые, пережившие присутствие великого Бога, Святого Духа. Пусть Бог вас благословит. Я жду каждого из вас. 14 января. Берлин. Crusade с молитвой за здоровье, который пройдет по адресу Эстрель Конгресс Центр, улица Зонен-Аллея, 225. Информация по телефону +49 175 885 64 39.